Концерт начался с выступления самого маэстро, который подготовил зал к предстоящей музыкальной феерии. Кстати, организаторы фестиваля в прошлом году обещали закатить масштабное мероприятие с лучшими музыкантами на 3 дня. Задача выполнена, и даже слегка, зрители оценили. Спешу всех немножечко расстроить, что 14-15 у нас уже дни по билетам закрыты, 13-14, простите, и только 15 день. Ну вот я еще не проверял статистику сегодняшнего дня, но с утра оставалось всего 20 билетов. 3 часа мощной музыки, и не только от Бутмана. В составе джаз-оркестра молодые, но уже звезды. Известный гитарист Гасан Багиров покорил зал сольным исполнением. Очень рады здесь вновь оказаться. Уже не первый раз приезжаем в Южно-Сахалинск, и всегда это отличные, замечательные эмоции, встреча с потрясающей публикой и с замечательной сахалинской природой. Впервые на острове и второй раз на большой сцене появилась тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова. Ей сразу же выпала честь сыграть партию 3-го тромбона. Я здесь первый раз. Честно говоря, я никогда так далеко не летала на самолете. 8 часов – это очень долго, мне показалось, дорога. Не спала целую ночь. Вот. Удалось отдохнуть где-то 1,5 часа в отеле. И сейчас я готова зажигать. Зрителями фестиваля в этом году стали не только сахалинцы, которые приходят насладиться джазом ежегодно. Даже с других городов приехали поклонники творчества Бутмана, которые увидели его вживую впервые. Я живу в Корсакове. Сюда приехали на фестиваль, который открывается чудесным концертом с участием Игоря Бутмана. Приехали с удовольствием посмотреть, послушать выступление этого замечательного советского, российского саксофониста. Я росла, когда был джаз. Начнем с того. А вообще, как только начался вот этот фестиваль джазовый с Бутманом, мы ежегодно ходим. Мы не только сегодня, мы и завтра придем, мы послезавтра придем. Мы такие пионерки, что мы ходим на все концерты. Еще один бонус для сахалинцев – мастер-классы от творческой лаборатории «Джаз для всех». На них виртуозы расскажут все об этом жанре музыки. Завершающий концерт состоится 15 октября. Екатерина Щеголькова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ.